Всем привет! Вы на канале Денис ТВ. И сегодня я приехал на выставку крыс и других мелких домашних животных. Надеюсь, вам понравится мое видео. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Ну что, пойдемте. Друзья, пойдемте. В приходе вот тут продается еда. Нам нужно сюда. Здесь продается различная литература для животных. Так. С какой стороны начнем? Давайте начнем здесь. Здесь тоже литература продается. Какие-то игрушки красивые, ручной работы. Да. Тут корм продается для животных. Вкусняшки различные. Угу. Так, здесь у нас тоже сено. Так, смотрю, опилки. Сено хорошее. Так, красиво все оформили. Так, ну пойдемте вот с этой стороны, давайте продолжим. Здесь тоже корма различные продают. Тоже вот вкусняшки. Может, сейчас чем-нибудь куплю до своей крольчихи. Угу. Так, пойдемте, да, вот так по кругу. Тоже одежда различная вот здесь вот. Так, вот пошли. Это крыска. Ребят, привет. 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 Как тебя звать? Вон там все сидят. Привет. Какая красотулька. Ой, какая лапулька. Так, пойдемте дальше. Вот еще крыска. Привет. Такая беленькая-беленькая. Классненькая. Ой, красотулька какая. Пойдемте дальше. Вау, а здесь так вообще как много. Водички пьют. Так, пойдемте дальше. Вау, какие большие крыски. Ребята, привет. Замерзла, спряталась, укуталась в навес. Привет, привет, скажи привет. А тут кто живет? Ой, там маленькая, мама маленькая. Понятно. Так вы только выходите, что ли? Привет, ребят. А, понятно. Ну чего, Алиса поела? Пойдем дальше. Два. Так, тут тоже какие-то зерна, ткани различные продаются. Все ручная работа. Так, пойдемте дальше. Так, ну тут вот еда продается человеческая. А здесь вот, ну тут их не видно почему-то. Вот здесь тоже все спят. Беленькая. Здрасте, а можно? Ой, какая лапулька. А где лицо-то у нее? Вот она. Это кто? Это мышка? Нет, хомяк? Это хомяк. О боже, какая милота. Да, красотулька. Хомячочек. Классный. Только пушистый. А что это за порода? Черити. Лапулька. Спасибо. Пойдем дальше. Так, а здесь у нас кто?
это вот 3 месяца. Кого-то показывают. Да. Здрасте. Это кто? Это хомяк сирийский, сапфирового окраса, девочка. Ой, какая милаха. Такая толстенькая, да, наелась, наверное. Рекс, да, кудрявенькая, усы кудрявые. Угу. А моего кота тоже кудрявый. О, лапулька. Ну еще мальчик и сыночка. Давайте посмотрим. Это папа ее. Вау, какой пушистый. Еще и голубой, еще и рекс. Охренеть просто. Привет. Как у тебя дела? Все хорошо? А кто еще есть? А вон детки есть. Спят. Замерзли. Спасибо. Так, пойдемте дальше. Так. Здесь кто у нас живет? Черубина. Солнечная. Черубина солнечная, друзья. Спит вон. Ребенок спит. Да, мы ему тут прикрыли ее, пропалась, и она наконец-то заснула. Да, ну ладненько, пусть туда спит. А здесь кто у нас? Хомяк. Хомяк. Сириец, говорят. И тоже спит. Ну ладно, пусть спит. Ой, а это кто? Это Рыбаровский, хомяк. Это тоже хомяк такой маленький? Хомяк. Привет, тебя не видно. Спрятался, он тешится чуть-чуть. Вон внизу видно. О, еще там внизу есть. Это кто? Это свинка? Нет, это тоже хомяк. Тоже хомяк? Такой большой? Да. Такой классный. Привет. Охренеть. Ладно. Так, пойдем. Тоже хомяк. Да, вот спит. Спасибо. Так, здесь у нас крыса написано. Да, большая крыса. Это голая вообще. Частично голая. А, ну да. Привет. Ты спишь? Отдыхаешь? А вон тут не видно. Он отдыхает тоже. Ну, красота. Ладно. Так, а здесь у нас ручная работа, да? Игрушечки пошли. Угу. Красота. На самом деле тут есть крысы. А где они? Вон спят. Так, а здесь у нас тоже крыска серая. Привет. Как у тебя дела? Все хорошо? О, выйти хочет. Так, пойдемте дальше. Так много народу, как всегда. Вау, как здесь много. Кто? О, ой, как спят мило. Крыски. Так, а если можно? Сейчас нам покажут, друзья. А на ручки возьмете? Ой, они набились. Посмотрите, какая красота. О, боже. Моя учительница тоже крыса была. Она вот так на грудь сажала и руки вела. Красота только. А это что за порода? Или у них одна порода? Это не-не-не-не. У них все разное. Это, видите, красные глазки, это Дэвил. А, ой, классно. Ну ладно, положите. Шустренькие такие, классные. Вау. Какая крыска. Привет, 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 привет. Красавчик. Здоровайся, поздоровайся со всеми, молодец. Спасибо большое вам, спасибо. Спасибо. Так, а здесь кто у нас? Ой, кого-то показывают там. Да, у нас такая девочка есть. Ой, какой классный. Привет, ребята. Красотульки. Замерзли, да? Путались. Нет, не замерзли. А ты любопытно, куда полезла? Спасибо. Куда полезла? Здрасте. А у вас кто? Крыса. А можно показать вот эту вот голенькую? Вот этого? Ага. Видишь? Спасибо. А ей не холодно? Нет. Нет? Классненько. Ой, ой, ничего, никто, она убегает. Стоять. Привет. Ой. Такая любопытная, такая любопытная. Красотка просто. Это мальчик, девочка? Мальчик. Мальчик. Супер. Как кошка прям голая, египетская. А его зовут Ёшкин кот. Да, соседи это ваши. Просто. Спасибо большое. Так, кто здесь у нас? Здесь тоже крыски. О, беленькая сидит.
крыска. Вот серенькая, коричневая. Суперски. Вот так ты все-таки стоят чуть больше. Спасибо. Привет, ребята, как у вас дела? Могу кого-нибудь? А покажите, если можно. А, если выйдут народ. Ну, интересно, выйдут или нет? Он выйти хочет. Ну ладно, у нас хотят. У нас там есть другой ход. А, еще есть? Да, просто не спустили. Сейчас покажут нам крысок. Кого-то интересно покажут. О, корейский. Ну так, на восьмую часть пасечка. Агути. Окрас агути, стандартный. Самый в природе крысы именно такие. Это такой окрас, который получается по умолчанию, если нет. Ну, классический вариант, да, такой получается? Да. Суперская крыска. Да. Прелесть. Могу еще? Ладно. А, ну давайте еще. Вот это их карточки, друзья. Запускай. А, эти тоже здесь. Оторвы. Ей-то уже почти 2 года, а этим двум еще полугода. Это юниоры. Итак, ей 1 год и 8. А-а-а. Ой, красотельки. Ребята, привет, привет. Пошла. О, привет. Здорово, система. Любопытная. Да, такие. Да. Спасибо большое. Пойду дальше. Да. Спасибо. Идем. Так, пойдемте, друзья, вот по этой теперь стороне. Кто у нас здесь? Так, привет, ребята. Так, это спит там наверху клубочек. Это кушает. Ладно, не будем вам мешать. Пойдем дальше. Так, здесь тоже кто-то спит. Крыска. Пойдемте дальше. Угу. Так, а здесь у нас кто? Никого не вижу. Все спят. Ладно, пойдем дальше. Вот здесь тоже спят, но их видно. Вот. Ребята, встаем. Встаем, друзья. Посмотрите, какая красота. Мышки, крыски. А здесь кто у нас? Ой, серый. Ой, такая лапулька. Вам, не знаю, видно, наверное, будет. Нет, надеюсь. Плохо видно вам. Тут крыски тоже. Тоже вам не видно. Ладно. Так, а здесь тоже спят. Ребят, привет. Красотульки. Дышит, 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 дышит. Ладно. Пойдемте дальше. Так, а здесь у нас тоже крыска. Лапулька. Не видно вам. Так. А здесь кто? Здравствуйте. Здравствуйте. А не покажете нам крысок? Сейчас, секундочку. Спасибо. А что, уже есть один? Да. Тут карточки ихние. А всех? Ну, одну, две. Сейчас нам покажут крысок, друзья. Красавица. О, серенькая. Пускай голубая. Суперская. Шустрые такие, все шустрые. Ну, это девочки. Девочки. Ой, всегда классные. Очень шустрые. Такая мордочка. Шустрая, шустрая. Так, а где у нас глызик? О. Это агути. Агути. Привет, скажи всем привет. Будешь передавать приветы? Молодец. Красота, просто красота. Спасибо большое. Пожалуйста. Пойдемте дальше, друзья. Так. Так, у нас здесь тоже крыски. Привет. Так, это спит он. Вон какая крысочка. Это что-то роет там. Это спит. Давай, быстрее, пока. О, это замерла просто на месте. Отдыхает. Привет. Привет. Не слышит, наверное, меня. Ну ладно. Так, пойдемте дальше. А здесь кто? А здесь никого не видно. Так, а здесь светлые крыски. Красотки. О, любопытно. Любопытно. Во,
Можете? Ладно, пойдемте дальше. А здесь тоже крыски отдыхают. Ой, ребята, привет. Привет. Заинтересовала тебя камера, да? Ой, заинтересовала тебя камера. Ты моя умничка. Красотка. Ладно, пойдемте. Пойдемте дальше. Там не видно никого. Ой, посмотрите, как красиво спит. О, посмотрите. Видите, как красиво спит. Барань просто. Суперская крыска. Ой, боже. Посмотрите, какие голые. Не совсем голые. Это голые, это нет. Да? А, у них... чуть-чуть вон видно. Какая красота. А что это за порода? У них нет породы, это разновидность. Сфинкс. Ага. Лисинка, а это фаз. Такие шустрые. Да, мне нравится. Красотки. Там еще рыженькая, но она боится. Вон она. Да? Там сидит и боится. Ну ладненько. Вот эти вот классные, конечно. Там есть еще такая подобная, но она не такая. Немножко другая. Ладно, спасибо. Спасибо. Ой, это хомяк или крыска? Это крыска. Нет, тоже крыска? Беленькая, классная такая. Не беленькая. Нет? Беленькая. Не беленькая? А-а-а. Ясненько. Суперская. Ладно, пойду. Спасибо. Так. А здесь тоже крыски. Черненькие. Тоже отдыхают. А у меня вон там чудо. Пойдемте дальше, друзья. Так. Давайте. Ой, посмотрите, как много здесь крысок. Смотрите. Ой. У нее глаза накрашены. Да, уши у нее. Прямо глаза. Массаж хвостика делаете? Нет, да? Это чистка хвоста. А. Он моется другая. А мы искупались. Это воронина крыса. Мы-то искупались. Вот там что? Тоже сидит кто-то. У нас так не будет. У нас даже после купания так не будет. А эта порода как называется? Это не цвет пород. Это черная, просто черная крыса. А, черная крыса, друзья. А это далматинец, а там сиам. Спасибо. Это окрасы. Окрасы, угу. Кто еще не прошел ветконтроль? Так, друзья, пойдемте дальше. Придите. Ой, морские свинки, мои любимые. Животные, не прошедшие ветконтроль. Ой, спряталась, посмотрите. Допускаться к участию выставки не буду. Классные, смотрите, спрятались как. Вон спряталась черненькая морская свинка. Они пойдут. Вот, серенький, вот пряталась. Ой, кушает. Ребят, привет. Сидят морские свинки. Серенькая какая классная. Суперская. Большая такая. Мини. Классная. Пойдемте дальше. Здесь кто? Как много. А что тут? 251 за это. Кто и спряталась? За машину в такси отдали. А у меня всего 1000. Это голенький. Я надеюсь, что голенько. Нет, ну разберем. Ну да. Пушистая, как кошка. Такая большая, прям кушает все. Да. Ну, вот это вот интересный окрас. Я надеюсь, что я хоть кого-нибудь. Ой, шустренько. Продажа написана. Бегемотик. Смотрите, бегемотик. Конечно. Я к нему лапу не могу. Ну да. Пойдем, посмотрим. Не надо ручку трогать нельзя, друзья. Вот эти классные. Ладно, пойдемте дальше. Так, кто здесь у нас? Свинка морская. Это тоже свинки морские. Классный. На продажу, так понимаю.
маленькие. Большая кушать. О, а яйца вот много, здесь как много. Я человек. Классные морские свинки. А сколько надо-то? Просто. Вон там серенькая, посмотрите, серенькая, какая красивая. Какая свинка. Так, пойдемте дальше. Ой, какой красивый цвет. Ой, лапулька. Привет. Либо розетку, либо кубку, да? Привет. Давайте 300 дам покрасать. Ой, смотрите, какие глазки, какие глазки. Вот эти сидят, трусихи. Вон там спрятался кто-то. Вон там спрятался. Какие красотки. Смотрите, какой красивый. Окрас. Я тебе тоже отправлю потом на Рамира. Два месяца, 2000 рублей. Английский сейл написано. Можешь не сомневаться. Ой. Меня вываливается сразу. Я со своей работой. Смотрит, смотрит, смотрит. У меня весь мозг там. Привет. Привет. Какой классный. Пойдемте дальше. Так, у нас здесь кто? Крыски, да? Не крыски, морские свинки. А, морские свинки такие? О, боже, я их... А можно показать на камеру поближе? Я их таких вообще ни разу не видел. Я думаю, это крыска. Нет, это такая свинка. О боже, морская свинка, охренеть. Они обычные пушистые, такие пушистые. А это вообще голая. А можно пальчиком потрогать? Ой, как кошка вот эти египетские. Охренеть. Ну, кожа такая, ага. Как у человека. Вообще, я такого вообще реально первый раз вижу. А сколько такие стоят? Ну, дорогие. Ну, средняя цена. Ну, если хороший такой, то от 5. Пяти, да? Угу. Этот 6. Это 6. Этот ну, еще там просто маленький. И окрас, наверное, да, редкий? Ну, в общем, да, достаточно. Ну, классно вообще. Я не думаю, что такие даже существуют вообще. Вы теперь будете знать. Ну, да. Спасибо большое вам. О, я здесь... Одна морская свинка. Да, она в печали. В печали, да? Ну ладно, пойдемте дальше. Так, здесь все кушают, мешать не будем. Здесь комок шерсти. Не видно ничего. Ну я вам покажу вот так вот. Смотрите, морская свинка. Ну да, да. Видите, какая пушистая. О боже, где твои глазки? Где твои глазки? Ребенок, покажись. О боже, какая лапулька. Ой, красота. Так, пойдемте дальше. Так, у нас здесь кто? Здесь морская свинка. Так, здрасте. Посмотрите, какая красота. Укладку прям сделали, что ли? Более 20 минут. О, так много кушаешь, да, ты? Так много кушаешь, серьезно? Ну ты даешь. Худеть надо. Красиво. Внимание. Ой, сейчас будет не на ветеринарный осмотр приглашается свинка Барин. Пойдемте. Номер 5-7. Ой, какие классные. Еще раз. На ветеринарный контроль. На ветеринарный контроль приглашается свинка Барин. Такие. Номер 577. И вот еда здесь. Класс, красотки. Так. Пойдемте дальше. Здесь располагаются у нас морские свинки. Но я их показывать не буду. Они спят. Мешать не будем. Так, здесь у нас продаются различные тканевое изделие для животных. Ну, постилка. Так, пойдемте дальше. Еще внимание. Крыса Мелани. Такие классные. Такие кудрявые. Такие кудрявые. Посмотрите-ка. Какой классный.
вообще. Свинка Бали приглашается на медкоконтроль. Пойдемте дальше. Тем проще. Внимание, это у нас Калифорния, Дельвейс. Начинается. Ой, спрятал. Начинается по каталогу. Привет. С ребенок не хочет выходить. Ладно, пусть отдыхает. Ой, ежики, друзья. Ежики. Они маленькие, да? Маленькие, да, 2,5. У нас на даче штука таких. Нет, мышные. Это декоративные. Они, а это где-то грамчики. Да, 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 парень. Шоколад с белым. У нас таких много, и приводила нам психолог. Они тоже ручные. Так, ой, это... Ой, начало ходить. Классно. Спасибо. Пойдем дальше. Так, здесь кто у нас поживает? Морская свинка, да? Угу. Спит, мешать не будем. Так, здесь у нас морские свинки, друзья. Смотрите, какие красивые. Какие милые. Привет, как у вас дела? Морская свинка, пара Далматин. Далматин, друзья. Ой. Не боишься меня, нет? Не боишься? Сейчас как откусишь меня? Не, он не кусается. Не кусается? Свинки, у него свинки. Классный. Хочешь погладить? Не боюсь. Пойдемте дальше. Так, у нас здесь морские свинки. Так, вон сидит. Спрятался. Здесь тоже морская свинка. Это нутрия. Да. У бобров хвост такой широкий. Сзади, да. А внутри вот так, как змея. Посмотрите, друзья, нутрия. У него еще белая есть. Какой классный. Такая классная нутрия, да. Как кушает морковку. Зубы там так какие. Бобер. Посмотрите, какие зубы. Это нутрия. Его гладить нельзя ни в коем случае. Посмотри, какие зубки. И подойди сюда. Иди сюда. Посмотри. Посмотри, какие зубки. Видишь, морковку кушает как? Желтенькие, видишь? Да. Увидел? Не подходи. Так, пойдемте дальше, друзья. Так, у нас здесь продаются, значит, тоже различные изделия из ткани для животных. Постилки, пеленки, одежда. Ручная работа, все. Так. Вот здесь мы с вами пропустили, потому что они только располагались. Да. Посмотрите, как много морских свинок. Посмотрите. Как много. Ой, носится, носится, носится. Проснулась. Проснулась, молодец. Хочешь убежать? Убежать хочешь? Носится, носится. Ой. Красотка. Вот этот кремовый. А вот это две девочки. Две девочки, друзья, вот эти вот. Укутались, спрятались вот в сене. О, а это что за окрас такой интересный? Где? Вот это вот. Вот это? Нет, коричневая. Да. Это золотая. Золотая. Шел. Ой, это лапочка. Ой, какая мордочка милая. Это девочка в шелте. Она такая длинношерстная. Да? Классно. Вот этот красивый цвет кремовый, да? В белом. Вот этот? Угу. Нет, это золотой, просто осветленный. Понятно. Вот так много вот морских красивых свинок. Угу. Все продаются, друзья. Ладно, спасибо. Спасибо. Так, пойдемте дальше. Кого мы пропустили, сейчас будем искать.
Сейчас будем искать. Но здесь тоже продается вот различная еда. Да, еда, все. Давайте пройдем во второй зал, посмотрим, что здесь происходит. Что здесь? Так, давайте начнем. Здесь у нас, значит, крыски, которые спрятались и не хотят показываться. Ладно, здесь у них есть карточки ихние. Так, здесь тоже крыска. Крыски. Морская свинка. Красиво такого цвета. Называется баф. Баф? Буйволиный. А, спасибо. Цвет свежевыделанный буйволиный шкур. Красивый цвет, очень нежный. Морсечка такая классная. Лапулька. Видишь, огурец. Ой, кушает огурец. Будешь есть огурец? Сейчас пойдем. Она нервничает. Ну да. Так, здесь у нас крыски. Это крысочки. Крыски. А как звать? Порода? Это ромул... Нет, пород у них нет. А. Это ромул революционный рубеж. Он агутиеск. Классная крыска. Ой, залезла. Смотрите на нее. Классно. Такая большая. Там вот я видел такие голые крыски. Такие голые вообще. Можно есть, потрогать. И сфинксы, и фазики. Да. Это гордый мужчина. Ясненько. Спасибо. Спасибо. Так, а здесь у нас маленькие крыски, да, поживают? Ой. Хочешь выйти? Не получится. Так, пойдемте дальше. Эти крыски спят. Эти крыски спят. Так, кто у нас дальше? Что у нас дальше? Да, мы еще тут ходим. Так, это крыски, друзья. И они тоже спрятались. Ребята. Привет. Ты один, да? Ну не скучай, не скучай. Не скучай. Пойдемте дальше. Так, здесь у нас... Ой, какой красивый окрас, друзья. Какой-то интересный. И тоже спит. Это тоже крыска, что ли? Пойму. Крыска, наверное. Крыска, да. Так, пойдемте дальше. Так. Все вам всех показать невозможно. Очень много. Тут тоже крыска, ее не видно. Так, не видно. Так, ну вот этих вам покажу. Ребята, привет. Кушать хотите? Морду кусаю. Ребята. Ладно, там, не буду вас отвлекать. Да, умывайся, правильно. В любой непонятной ситуации умывайся. Да. Привет. Все, пока, молодец. Так, пойдемте дальше. Здесь тоже вот крыска. Крыска. Такая маленькая крыска, звать Лолита. Номер 69. Привет, про тебя говорю, да, про тебя. Так. Пойдемте дальше. О боже, кто это? Это кто? А это кто? Я даже не знаю. Мангуст? А где написано? Ну это мангуст, да? Сейчас спрошу. А это... А не подскажете, это что за животное? Это мангуст. Мангуст, да? Друзья, посмотрите, мангуст. Представляете, носится мангуст. Здесь у нас морская свиночка, вот. Красотка сидит. Так. Ой, а здесь маленькие мышки, да? Маленькие. Монгольские песчанки, говорят. Давайте будем знакомиться. Вот беленькая. Вот серенькие. Вот серенькие. Попку повернулись. Что-то роет. Роет. Это серенькие. Такие довольные сидят.
Ой, какие классные мышки. Так, пойдемте дальше. Так, здесь у нас ручная работа пошла, друзья. Все для мелких животных. Приглашаются животные, крысы, домики различные, игрушки для вот крысок. Такие вот мостики. Уважаемые крысоводы, ручная работа. Сыни купал. Так, пойдемте дальше. Друзья, нам будут сейчас показывать этих вот красивых животных. Ой, какой красивый цвет. Такой, такая шерсть мягкая. Ой, кролик. Красавец, просто красавец. Посмотрите, какой красивый цвет. Так, постелку. Постелили им постелку. Ой. Красавец. А у этого зверя какой номер? А вот что-то не дали ему номер. Если вы там голосовать, там в бумажках можно просто подписать. Давай резинку покажи. Да, на выставке. Чтобы не сливалось. Друзья, вот это вот нам еще вот показывают. Морскую свинку рыженькую. Рыженькая. Ой, какая классная. Это нутрия. Нутрия. Друзья, посмотрите нам, какую красивую морскую свинку показывают. Какая красивая мордочка. Ой, красотка. Просто посмотрите. Ой, как смотрит глазками. Ой, вообще. Друзья, посмотрите, какая красивая крыска. Беленькая-беленькая. Ой-ой-ой, такая шустрая-шустрая. Привет-привет-привет. Глазки красные-красные. Суперская. Друзья, посмотрите, мне еще показывают крыску серенькую. Ой, привет-привет-привет. Привет передавай. Ой, какая классная. Серенькая, шустренькие-шустренькие такие. Друзья, посмотрите, какая красотулька. Это хомяк, друзья, из Чехии. Ой, какие глазки, а мордочка какая. А шерсть какая интересная, как плюшевая, да? Ой, как мило. Ты такая милая девочка. Как ее звать-то? Кассандра. Кассандра, друзья. Ой, классно. Ой, все. Я таких вообще ни разу не видел. Обычно серая, белая. Это такая прям вообще суперский цвет. Суперская девочка. Так и хочется на нее смотреть. Да, друзья, посмотрите, какой красивый цвет опять же вот. Цвет просто, это очень важно. Сизая черепаховая. Ой, классно. Химички вообще суперские. Такие нежные. Химички. Ну, шерсть, цвет, ну просто, как вот шиншилла, вот, мягкая, прям видно. Друзья, смотрите, маленькие какие хомячки, маленькие. Все, спрятался, не видно его. Вон. Выходит из опилки. Глазки даже у тебя не видно. Глазок не видно. Классно. Ой, какую мордочку сделал. Красотка. Такая маленькая. А она от кого? Она от Ксавьера и от Веспасия. А покажите мне родословную. Сейчас. Папа, друзья, посмотрите, какой красивый хомяк. Такой маленький. Вообще маленький. Покажи. Это мама? Нет, это дочка. Это дочка. Уважаемые крысоводы, ой, такая светлая. Друзья, посмотрите, какие красивые крыски. Как их много. Так, там была у вас еще, вот она, серенькая. Привет, привет. Это вот беленькая. Привет. Тут коричневого цвета. Мой, привет. Ой, какие красотки. Это моется. Фенька, куда ты унесла? Куда там нет? Так, цветочек.
Вот, вот все крыски. Серые, такие большие. Боже. А это что за цвет? Russian blue. У меня на камеру такая светлая. Светлее. Классная крыска. Ой, не боюсь. Шустрые, шустрые такие все. Прям это, я даже не знаю, как называть. Посмотрите, какая красивая крыска. Вау, а это шерсть такая интересная. Вообще есть шерсть? Это фас, да. У него пух есть. Привет, скажи всем привет, правильно. Красивая крысочка очень. А он такой больше пуфигист по характеру? Это он сейчас тут такой, он меньше волнуется, чем вас тут. Его Афонька зовут. Афонька? Афонька, пойдешь ко мне домой? Посмотрите, какой хомяк ходит. Классный хомяк. Смотрите, такого кролика мне дали, серенького. Смотрите, какой классный кролик. А кто это? Нутрия. Классный. Вот это нутрия? Друзья, посмотрите, какого мне дали. Морская свиночка, посмотрите. Красивая какая. Ой, какая няшная. Красотулька. Пушистая-пушистая. Посмотрите, видите? Друзья, посмотрите, какая нутрия. Кушает как. Красивая. Это она? Он. Кстати, в какой красавец. Классная нутрия. Такой носяра. А усы какие. Угу. А зубы? Зубы. Вам там оттуда? Желтые зубы. Тихо. Он даже не видит, что ест. Он лапками перебирает просто и все. На вкус определяет. На вкус? Но даже если наест опилок, ему это ничего страшного. Все выйдет через другое. Выбирает, выбирает. Ищет. Такой классный. Такая красавец, такой батюшки. Мальчик, да. А где у нас представители злого мира? Смотрят, как их форма плетается. Какой же маленький. Кроликов у нас еще и не было. Ушки такие, как прямо зайки. Ну, хорошие. Ну, ты красавец. Классная, да, внутри вообще. Ой, а правда, зубы такие. Зубы вообще страшные. Зубами и лапами. Как кушает, вообще прикольно. А у него что-то большая. А? Ну, двоих я не потяну уже донести. А сколько они вообще живут? Хоть повернись тоже. Друзья, посмотрите, какие красивые крыски. Какие красивые. Ребята, как вас звать? Хочешь привет передавать? Передавать. Привет всем, всем, всем. Да, погрузить, конечно. Но как без этого? Вот это вот красиво. Это что за порода вот это вот? Разновидность. Лонг вельветин, да? Сиам. Она какая-то кудрявая, что ли? Да, она кудрявая и длинношерстная. Классные крыски.